Юрій, безумовно, матч програли, настрій не з найкращих, але на ваш погляд, менше з тим, чого бракувало, як так сталося, в чому головна причина поразки? Первый гол, не хватило концентрации, не вернулись с атаки. Вот. Начиная со второго гола, просто судьи убили игру, убили интригу. Был толчок в спину, не свистнули, надавали желтых карточек непонятных. Мы команда с большого футбола, приходим в зал для поддержки формы, вот. Ну и командного духа. После таких игр с такими судьями пропадает все желание играть в футбол. Это не только мое мнение, вот команда соперника тоже скажет про судей, я думаю, что всю игру им тоже давали желтые карточки, непонятно за что. Ну, игра хорошая, команда хорошая, бились, рубились, но с такими судьями играть просто не хочется. На ваш погляд, это главная причина поразки? Виноваты сами, где-то не хватило концентрации, но просто не хочется играть в футбол с такими судьями, вот и все. Успехи в подальших играх.